Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу, как можно сделать бюджетный поплавок, используя дешевые лаки для ногтей. Итак, нам для этого нужно лаки. Обязательно черный для низа поплавка и парочку ярких для верха. Клей ПВА, мелкозернистый пенопласт, верхняя часть камыша, такая палочка-спичка, клей, суперклей и наждачная бумага. В пенопласте сделаем сквозное отверстие. С помощью ножа и наждачной бумаги этому пенопласту необходимо придать соответствующую форму. Теперь возьмем вот такую стальную проволочку и сделаем колечко. Вот так должно получиться. Снизу и сверху есть небольшие отверстия, их необходимо заклеить суперклеем. Верхняя побольше, поэтому я еще вставлю спичку и приклею суперклеем. Берем пенопласт, вставляем его таким вот образом. И теперь намажем его сверху клеем ПВА. Теперь подождем, пока клей засохнет. Сушу поплавок вот таким вот способом. Лампа накаливания светит на него с близкого расстояния. Прошло каких-то полчаса, клей ПВА засох. Теперь берем черный лак и покрасим нижнюю часть поплавка. Как видите, благодаря ПВА лак не съедает пенопласт. Этот поплавок будет, конечно, классный. Особенно прикольно то, что сам его сделал своими руками. Прошло еще полчаса, поплавок подсох. Выглядит, конечно, прикольно. Особенно меня радует то, что лак не съел пенопласт. Ну и осталось проверить, наверное, самую важную характеристику поплавка. Это вес грузика, который отгрузит этот поплавок. Вот я к нему привязал 4,2 грамма грузил. Сейчас проверим, что получилось. Ну, так получилось слишком много, он, конечно, из воды торчит, необходимо добавить еще 7,2 грамма. Ну, этого должно хватить. О, ну это уже так неплохо. Уже половина белая видна, это хорошо. Вот такой поплавок у меня получился. Мне он понравился. Теперь я думаю купить себе еще разных лаков и сделать, в общем-то, много разных поплавков.
Если, друзья, вам это видео понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет много еще интересных поделок.